Давайте, может, я самую уж мою приятную партию за жизнь вспомню. Какую? Ну, Гашимов-Грищук. Шедевр. Да, ну, сначала там теория, длинная теория и... А, вопрос, кстати, можно сразу по этой партии? Да, да. Это... Блядь, как изменить слово «дрочка», я не знаю, это... Ну, теория. Ну, вот ферзь H3, вот мы тогда... Нет, я имею в виду, вся партия, это подготовлена, нет? В смысле? Ну, вот идея с проходом короля, нет? Нет, конечно, нет. Ферзь H3 уже ход, и ладья H7, ну, в принципе, проигрывающий ход из-за чего-то, я уже не помню. Угу. Тут белые почти выигрывали как-то, но зато Вугар его не анализировал и тоже как-то неправильно сыграл. И тут вот он пошел в атаку. Я, естественно, это зевнул. Угу. Думал, наверное, проигрываю. А потом смотрю, ну, вроде как-то сразу не проигрываю. Пока, ну, просто иначе я там где-то эту ладью потеряю, пока ладья угу. H8. Ну, страшно, конечно, все эти там, ну, вскрытая линия D. Но вот тут всякие там, что на слон B5 шах, наверное, конь D5 шах. Угу. Если честно, уже так-то ходы-то не все помню. Ну, вот тут где-то король сейчас побежит. Вот он. Белые что-то связывают, а я бегу на b6, на a5. Он нападает, а я бегу дальше на a4. Ну, то есть, на самом деле, это я развязал ферзя, чтобы на d3 напасть. То есть, теперь а, b, ферзь, d3. Оно так и было. Слушай, тебе нужно видеоряд делать к этой партии. Песня Леонтьева про светофор. Я бегу, 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 бегу. Вот видел недавно, я показывал партию Нижника, где у него с каким-то непроизвестным Дангули, Мангули какой-то, где у него король также, ну, король белых прошел на G8. По-моему, да. Хорошая партия. И вот тут вот последний ключевой момент, что B6, да. Потому что иначе еще вполне тут мат было получить очень реально, но B6... Ферзь b6, я теперь выиграю темп, что шах, и просто, я не знаю, можно ли назвать, развиваю слона, потому что я его просто под два боя ставлю, ну, лишь бы избавиться просто от него, чтобы ладьи как-то соединить. Ну, и тут вот я уже чувствовал, что я где-то близок к выигрышу, и да, ферзь b, тут вот где-то контроль прошел, 40-й где-то ход, где-то вот тут примерно. Ты задумался минут на 30? Нет, ферзь b3, ферзь b2, и тут я не мог задуматься, это 40-й ход. Uh-huh. И, ну вот он подумал, ферзь b2, король b2, я выиграл, еще мы матч выиграли 2.5 на 1.5. То есть, ну это бессонно. Это лучшая твоя партия, да? Бессонно, да. Да, согласен, никакого сомнения. Такую сыграть в жизни всегда приятно.